Хочу поделиться с вами красивой картинкой. Цветомузыка на Ладоге. Такой цветомузыки я не видал очень давно. Но я в грозу попадал, конечно, но в такую, как эту. В общем, то, что я сейчас пережил минут 10-15 назад, это кошмар! Просто кошмар. Это просто, смотрите, цветомузыка везде вообще. Самое интересное, что я на экран смотрю, на экране как-то светло, а тут вообще темнота такая, вот куда я смотрю, куда камера направлена. В общем, это был такой ливень, это просто какой-то тропический ливень был. Потоки воды, что не поднять глаз просто. Я капюшон надел, мне глаза не поехали. Ветрюга сразу метров, не знаю, 15-20, наверное, в секунду. Лодка вообще, ну, против волны поставил и вышел вот так, еле-еле, там, почти стоял на месте, наверное. Главное, что удочки, ну, я вот левый борт свернул, потому что я правша, а правый вообще даже не повернуться, потому что просто чуть руку с румпеля снимаешь, все, тут же тебя сворачивает с курса. В общем, погодка, а вот там, смотрите, какое небо отличное, видите, тут все хорошо. Ну, как бы говорят, после кразы глюет. Но пока что-то... Я поймал, у меня была поклевка, тащил, уже подсак даже достал. Подлещик такой, размером с ладошку. Вот цветомузыка, видите, продолжается. Просто в режиме нон-стоп.